Итак, первая находка, но находка, я бы не сказал, что хорошо звенящая, но она очень интересная. Вот Костян здесь ее приводит в порядок, в божеский вид, божеское существо. О, вот такая, смотрите, смотрите, какая штукенция. Оба, смотрите. Обалденная. Возможно, это может, знаете, такой материал очень тонкий. Скорее всего, это от книги. Да, я только что хотел сказать, материал тонкий. Может, это обложка от книги была. Но очень тонкая, очень тонкая. Звенел он очень странно, но вот такой вот, смотрите. Редко когда такой найдешь, увидишь. Красота. Конечно же, его надо забирать. Просто так не оставлять. А под рамочку ее надо привести в состояние божеское. И под рамочку. Ну ладно, с первой находкой у нас это валек. Могло писать продолжение вот этого, да? Нет, 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 материал совсем другой. Ну, у тебя такая... пожестче. А это, смотри, вообще мягкий. Мягкий. Хотя Костян подымал еще вот такую вот штукенцию. Я вообще думаю, что это. Ну это вдруг в другом месте. Ну, похоже, похоже, но я бы не сказал. Ладно, продолжаем. Итак, пацаны, Костян мне оставил приятный такой ништячочек. Смотрите, что. Смотрите, что. Он еще его не вынимал. Сердце дрогнуло. Ах, смотрите, что. Ух ты, блин, один полтинник. Блин, твою дивизию, молотобоец. Ах, какой сохран, блин, 24-й год. Я уж на заряд пододелся, у меня аж прям аж блин, набилось. Блин, да все равно, иди ты, блин. Кайфок, один полтинник. У меня есть полтинник тоже 24-го года. Но вот этот вот прям сохранчик классный. Классный, нигде даже затерт нету. Вмятин, побоев. Вообще классно, зачетная находка. Ну, чемпион Костян сегодня, чемпион. Класс, вот смотрите какой он. Просто хочется-напросто облизать, как шоколадка, зараза. Ладно, ладно, все толпой здесь, двое. Немножко вон там позади. Ну, вот это, конечно, зачет, зачет. Поздравления мои, конечно, в его адрес. Молодец, выкопал. Ладно, продолжаем. Итак, подошел я к речечке. Решил почему-то спуститься с холмов. Сверху ребят наверху. Не знаю почему, но мне очень нравится присутствие воды. Очень нравится. Ну и вода, склон. Многие спускаются за водичкой, помыться, искупаться. Вот. Ну и решил здесь немножко прогуляться. Выпал у меня сигнальчик. Сигнальчик у меня вот такого вот плана. Судя по всему, это у нас трешечка или пятачок. Сейчас мы будем с вами смотреть. СССР. Судя по всему, наверное, 50-е года. Да? Пятак 53-го года. Ладно, ладно. Забираем. Первая находка, вернее, первая монета сегодня. А так, продолжаем. Итак, ребята, переехали мы в другое место. Немножко съездили, съехали с того места. Копали мы где-то вон там, вон где. Короче, за горизонтом того поля. Мы оттуда съехали, пацанов оставили. Втроем переехали с Андрюхой, с мирным копателем. Вот, переехали мы на новое место. Здесь дымовые ямы видели, когда проезжали мимо. Есть кое-какие находки. Увидели старый шурф и решили продолжить его. Трава, потому что высокая уже. Яйца щекотят, когда ходишь. Вот, так что
решили немножко здесь остановиться. Разработали старый, кем-то брошенный шурф. Я поднял здесь уже несколько монет, сейчас вам покажу. И в данном случае у меня выпал еще один монетосик. Вот он в уголке валяется. Сейчас мы берем его и смотрим. Судя по всему, это размер пятака. Размер пятачок. А год 1930. Хороший, хороший. Правда, немножко он подпорчен. Ну ладно, ладно. Заберем, сейчас я вам покажу еще кое-какие находки, которые я здесь же поднял. Остановился я в этой яме почему? Потому что мне нравится вот такая вот засыпочка. Просто обожаю. Обожаю такую засыпку. Сейчас я вам покажу очередные находки, которые я здесь подымал. Не хотел заострять внимание на всяком шмурдяке, ну ладно. Так, а находки у меня вот такого плана. Вот такая вот планочка конина. Вот декоративная. Наверное, на узлы все-таки она крепилась. Ну, потому что красивая такая вещица. Или же на лоб лошади. Хотя вряд ли. Ну, не знаю, кто знает, подскажите. У кого, может, опыта побольше. Вот. Затем, вот такая обычная конина, ничего особенного. Без узора. Обычная, ничего такого. Затем вот такую-то хреновину поднял. Но это с большим наростом пуговица. Потому что, когда начала обдирать, сломалось ушко. И вот видите, в середине проглядывается у нас медь. Вот она, медь. Ну, я ее взял так, чтобы была. По монетам у меня на этом фунтике поднял 2 копеечки 1940 года. Обычно ничего особенного. Так, трешечка 53 года. Затем 15 копеек в квадрате 40 года. А, стоп, не знаю, 53, может, не знаю. Вот такая вот. И пятак, пятачок 53 год. Ну вот такие вот у меня находочки. Андрюха копает рядом. Андрюха, привет. Привет. Он тоже поднял копеечку, у двушечку, по-моему. 20 копеек. К сожалению, год не айс 61, но все же. Вот пока у нас сегодня такие вот находки. Ну ладно, еще не вечер, продолжаем. Итак, ребята, находочка вот таким вот образом выпала. Берем и смотрим, что это у нас. Ну вот, видно новый герб. 15 копеек в квадрате. 59 год. Вот такая вот монета. Решил ее снять, потому что она классно выпала. Хочу сейчас вам показать еще заодно. Я не снимал. Вот такие вот монетки у меня тут еще выпали. Выпала у меня вот такая двушечка. 2 копеечки. Год. Год 29. Вот такая вот выпала. Затем копеечка. Копеечка выпала 40 года. Двушка вот такая, непонятная. Большой слой ерунды всякой. Затем вот такая вот со старым гербом. 10 копеек 34 года. Щитовичок. Вот такая вот лабуда 15 копеек. Год не видно, потому что расплющили, хотели его из него сделать кольцо. Как вы видите, кольцо хотели сделать. Со всех сторон отбито. Вот такая вот пятнашечка.
Вот такая вот двадцатка. Ой, стоп. Старый герб. Это у нас, по-моему, трешка. Да, это у нас трешечка. Год. Последнюю девятку вижу. И так, и еще две монеты. 20 копеек. 45-го года. В квадрате. И очередная 20 копеек. 48-го года. Вот такие вот находочки. Сейчас находки как бы все врезались. Пришли пацаны. Представляете, пацаны пришли оттуда, откуда мы приехали. Я до сих пор в шоке. Они говорят, 6 километров. 6 километров шли пешком до нас. Да. Ладно, ладно, продолжаем. Итак, ребята, буду заканчивать вот на такой вот панораме. Панорама такая красивая. Как будто это у нас компьютерная заставка на рабочем столе. Что я хочу сказать, погода замечательная, погода позволяет копать еще, время еще много, но, к сожалению, нужно уезжать. Нужно уезжать. Поднял я еще одну монету. Это у нас 3 копеечки. 3 копеечки 55-го года. Вот такая вот монетка. Подымал я еще 2 копеечки, вот они. Итого, с этого фундика я поднял сегодня не особо 18 монет. Вот видео отчеты я, наверное, не буду делать, а если и буду, то сейчас по дороге, когда приеду, сяду на свою машину, если время будет позволять, заеду еще на одно место. Может, там еще покопаю. Все-таки сегодня я, получается, оказался без царей. Так что вот так вот у нас сегодня получился коп не особо. Ну ладно, продолжаем. Если что, еще буду с вами прощаться. Итак, ребят, решил я немножко сделать отчет. То, что у нас поднял Костян. Костян у нас остается чемпионом. Что он у него вот такая вот красавица. Такая вот чудесная вещица вышла, 24-й год, молотобоец, полтинник, классно, вообще суперская находка. Ну, остальные у него вот здесь вот пробитый пятачок 30-го года и вот такие вот монетки отстойные. Так, где царь? А, вот он, это царь, вот это, ребята, царь. 3 копеечки 1913 года. Ну, все равно, я считаю. Ай, в лоб, сука. Извиняюсь. Так, вот так вот. Не густо, но и не пусто. У меня получается где-то 18 монет, но все равно я считаю Костяна чемпионом, благодаря полтинничку. Ну все, уедем, сейчас попрощаемся. Они еще остаются, возможно, с ночевкой. Вот так вот. Тут вот Костян еще извращается, вот такую штучку он поднял. И он ее РЦУ, бля, приклеил на лобовое. То ли золотые, то ли серебряные железные зубы. Ну ладно. Будем заканчивать. Скоро и у нас такие будут. Ладно. Всем пока, наверное. Если что, продолжим. Так, ребят, закончу я на сегодня коп. На сегодняшний коп у меня возлагались большие надежды. Ездили мы очень далеко, только по полям. Только, наверное, ехали километров, наверное, не меньше 10. 10-15 километров по полям только ехали. Тряслись в дороге на все про все. Где-то пришло, ушло где-то часа полтора на дорогу. Трава по пояс. Хоть и говорили, что там царики раньше выскакивали, но на этот раз у меня получилось без царей. Как вы видели, у Костяна всего одна царская монета.
полтинник у него выскочил. Остальные пацаны ничего не накопали. Ну, потом мы зашурфились в одном месте. Вот. И Андрей тоже немного выкопал советиков. Ну, не знаю, штук, наверное, 5 советиков выкопал. Не особо. В общем, коп мне сегодняшний не задался. Находок особо хороших нет. В основном все советики. Ну, что я вам хочу сказать? Не стоит ездить далеко. Там то же самое, что и под боком можно копать. Я вот в данном случае рядышком с домом копаю. И у меня находок гораздо куда больше и куда интереснее, чем здесь. Комары зажрали полностью. Хотел я сегодня сделать тест. Очень было много приборов разного типа. Был Fisher 75, был Fisher 5, был Fisher 4, Deus был, вот, AT Pro, Терка 705. В общем, народу было много, и у всех приборы разные, абсолютно всех. Было народу у нас, представляете, 7 человек. И у всех 7 человек разные приборы. Вот. Но по находкам сегодня определить, какой прибор лучше, я не могу. Потому что сегодня в основном занимались шурфом. В общем, получилось так, что ищет не прибор, а ищет сам человек. Это уже как давно повелось у нас в народе. Вот. Ну, я считаю, что сегодня чемпион по находкам у нас Костян, потому что он поднял серебро, полтинник. Вот, благодаря этой находке я считаю его чемпионом. Ну а так, находок у меня шурфа гораздо больше, чем у всех остальных. И уехали мы пораньше. Вот, так что делаю видеообзор уже на закате солнышка. Приехал я к своей машине, ездил я сегодня с Андреем на его луноходе. Вот. Ну а сейчас покажу вам по своим находкам, которые у меня сегодня вышли. В принципе, по находкам получилось немало, но я считаю, что все равно хотелось бы хоть одного царика, но сегодня выкопать. Солнышко, как вы видите, у нас падает за горизонт. Ну а по находкам у нас сегодня получилось вот так вот. Начну я со шмурдяка. Вот такая вот выпала у меня зажигалка. Вот. Почему я знаю, что это зажигалка? Потому что у меня есть такая. Вот. Бензиновая зажигалка. Потом вот такого рода конина выпала. Обычная конинка. И, я так понимаю, вот эта окаменелость, это была пуговка. Ну, к сожалению, ее вернуть уже никак нельзя. Ну, а по монетам у меня получилось вот такое вот количество. Вот, все абсолютно... Все, кроме одной, я поднял шурфа. Костя уже там немножко шутил, что я якобы могу выбирать на фундаменте углы, какие надо. Но я не спорю, да, мне везет на фундиках, именно на том месте, где нужно подобрать местечко, где накопать. Но по монетам у меня вот такая вот копеечка выпала. Ряд двушек. Затем червончики. Вот такой вот щитовичок выпал 34-го года. Затем в квадрате трешечки выпали вот такого вот характера. Затем пятнашки были у меня в квадрате. Вот такие вот более-менее неплохого вида. Вот такая вот у нас вообще готовилась под кольцо. Двадцатки. 3 штучки. Все у нас они являются в квадрате. И 2 пятачка. Один 55-го, а другой у нас 30-го. Ну вот так вот получилось у нас по монетам сегодня. 20 монет у меня сегодня получилось. Ну а так, что я могу сказать? Ради 20 монет ехать в такие дебри, в которых я
никогда не ездил, вообще впервые я там. Я думаю, смысла нет из-за советиков в такие джунгли, в такие степи ехать, трястись, дышать пылью. Я думаю, не стоит. Были бы царьки хотя бы, как минимум. Ну а так, все, на этом закончу. Большие я планы ставил на этот видео, на этот выезд, но, к сожалению, не особо сегодня получилось. Так что все, всем пока, побольше хабара под катушку, желательно империи. Ну и все, кто не подписался, подписывайтесь, кто подписался, комментируйте, в поддержку канала ставьте пальцы вверх. Все. Удачи на копе, пока!